хотел бы поблагодарить всех ликвидаторов, которые действительно, мне кажется, проявили мужество и выдержку, поехав туда, не зная, что там ждет, оказали помощь людям. Но я считаю, что это герои нашего времени. И невзирая на то, что там есть нюансы по поводу льгот, там не льгот. Когда мы туда ехали, мы не говорили о льготах, мы не думали о зарплате, мы не думали о пенсии. Мы ехали туда помочь людям. Поэтому я думаю, выражу огромное спасибо всем, благодарность, ну и пожелание крепкого здоровья, долгих лет жизни и уважения общества, чтобы нас не забывали. Но мне кажется, в первую очередь мы не должны забывать о том, что мы есть. А если мы не забудем, то значит нас тоже не забудут.